последний шедевр, пожалуйста. Мы с вами сейчас его увидим. Смотрите, я тут многое пропускаю. Вот. Прикалываюсь над этой дамой. Почему? Потому что доходит уже до такой степени, что мне просто жалко, ведь люди пришли учиться. Вот. Они просто пришли учиться. И женщина, которая, вот как бы это сказать-то, я потом все ее выражения собрал в одну кучу, потом упадете. Вот. Я не могу иначе, как вам, это не все, у меня фотографий раза больше, но я время экономлю. Две ветки в одном направлении, в общем-то, все. Это не считает, что такого быть не должно. Либо одна, либо другая будет более убогая. Вот это первый термин, убогая ветка. Вот. Как правило, одна ростовая, а рядом плодовая. Или, ну, есть другие, ростовая, все знают, плодовая можно назвать. Вот. Цветочная можно назвать. В общем, такие слова, вот нахваталось, да? Но ведь лекцию читают за деньги, рядом люди сидят. Смотрите. Итак, другая убогая. Ладно. Внимание. Кстати, вот вам, пожалуйста. Две ветки в одном направлении. Видите? Это к слову, это мой сад. Зачем я должен одну из них выбирать? Я так до сих пор понять не могу. Вот. Ерунду, издохнет скотина, даже если прижилась. Как вам это термин? Ерунда, сдохнет, скотина. Вот это ее уровень. Вот такое впечатление, что а уже это Тося диплом в переходе купила в этом. Станция Пушкинская. Метро. Итак, ерунда, сдохнет скотина. Это все на полном серьезе. Татьяна Белковская, вот бы ее это самое, диплом проверить. Кружочек, чудненький, взрыхлененький, замечательно. Это знаете как термины? Ну, это прислонный круг, который она советует скопать. Скопали. Какие термины? Чудненький, взрыхлененький, замечательно. Ну, это ладно, ну, любовь выражается к этим, любовь к искалеченной почве. Вот, видите, это мои слова. Утютюшечки-тютю. Ветка какая-нибудь кривая, косая. Еще два термина. Оказывается, ветки бывают. Не ростовые. Кривые – это, как правило, плодовые, догадались. Кривая, косая. Смотрим дальше. 25 сантиметров от земли. Вот тут-то, бедная, они же после этого пойдут все отрезать. Все ее слушатели. Мы должны ее сохранить. Это тут еще надо знать, это, как это называется, надо знать выражение. Каким выражением? Мы должны ее сохранить. Мы должны от нее прыгать. То есть обречена. Ну, чтобы собственную спину поберечь. Вот этот термин впервые я услышал, я много дури видел. Но что оказывается, надо спину поберечь, для этого калечит дерево. Как калечит? Смотрим дальше. Она у нас одна, вы знаете, я этого не знал. У меня одна спина, у нее одна спина. И у всех, кто слышит, тоже по одной спине, ни у кого два нету. Поэтому, если ваш штамп, внимание, опять же, грибам меньше подниматься. То есть, перевожу. Да, нет, сложнее подниматься. Насекомым не так легко. То есть грибы поднимаются, вот я и написал. Величайшее открытие. У грибов есть ноги. А я не знал. А я написал, может, уже пыльца поднимается. Ну, знаешь, что такое пыльца? Ну, представьте себе, что это, пудрите носик. Вот оно так. Итак, у грибов есть ноги. Смотрим дальше. Грибам меньше, так, насекомым нелегко, то есть изувечив дерево, сделал вот такой штамп, там ниже будет 80 сантиметров, почти метр, оказывается, мы спасли от грибов и от насекомых. Вот это специалист. Хотя бы 8 сантиметров дайте штампику. Ну, то есть, перевожу, отрезайте все, что ниже 80 сантиметров. Еще не все.
Поэтому, если у вас штамп, опять же, грибам меньше. Все. В общем, дальше я не стал, там еще много такого. Вот. Итак, для людей, кто покупает в переходах, как это называется, дипломы, терминологию выписал. Убогая. Заметьте, ни одно слово, ладно бы там простое, на усе, или хотя бы просто обиходе, какие применяются. Ну, может, кроме слова штамбик. Убогая ерунда, скотина, сдохнет, чуденький, взрыхлённенький, замечательный, кривая, косая, прыгать возле нее, спину беречь, спина одна, грибам меньше подниматься. Насекомым не так легко, дается 8 сантиметров. То есть, изувечишь там, теперь бедные насекомые, они не смогут подняться на дерево. Вот. Муравьи крылья имеют, летают. Я не шучу, не все знают это. Вот. Тля крылья имеют, летают. Жуки крылья имеют, летают. Гусеница откладывает, бабочка, которая откладывает гусеницу, сворачивает. Имеют крылья. Бабочки имеют крылья, летают. Вот. Те плодожорки имеют крылья, летают. Скажите, а ты хоть знаешь хоть одно создание, которое не имеет крылья, которое должно было ползти вверх? Ну-ка, смотри в глаза. Ты чего людям голову морочишься? Я уже не выдерживаю. Боже мой. Ладно, наше время практически истекло. А так как оно практически истекло, я вернусь с самого начала. Так, и специально. Я не хотел на этом заострять внимание. Я считаю, что много полезного я вам сказал. Итак, телеканал День снимал, Жару снимал, Железов снимал, Савини снимал. Никакой отдачи мы так и не увидели. И похоже, никому наши съемки оказались в России не нужны. До съемки мы считали, покажет та самая передача федеральная, канал этот, усадьба, но ее, по-моему, даже Красноярске не видели, Кемера не видели, нигде не видели. Вот, позвонить Кондасеву сказать, ну и чем мы, на что боролись. Как-то не это. Грустно. А почему я еще раз сказал, кто нам нужен? Новый ведущий невеста Кондасева. Но если только использовать его дикий, огромный авторитет. Все-таки он много фильмов снял для усадьбы, чтобы продвинуть своих. Вот. Поэтому я из упрека говорю, пожалуйста, давайте дружить, давайте все-таки двигать своих. Тогда вот такие столы будут у всех. Вот. А не только у учеников Железова. Вот эту фотографию хотел показать, да, вот это все осталось навсегда. Весной все это, все мыши съедят, все это с гарантией. Я находил, потом они собирают все в одну кучу. Сразу много там. Я так много никогда не оставлял, просто не было сил собрать. Ну, допустим, 500 косточек и все с дырками, все просверлены. Вот это горько. И когда я фильм снимал несколько дней назад, обращаясь к этому же Ваулину, который единственный добился успеха с моими мудрецами, так, только забыл сказать, чьи они. Ну, бывает, запамятовал. Я сказал, прислал бы студентов, пусть бы все это собрали. Сегодня у нас минус 7, сейчас сказали, будет минус 20, а снега нет. Не было дождей до самой зимы. Вот когда перешел на минус, все равно снега нет, и сейчас еще не поздно собрать. Ну, что делать? Вот. России пока это не надо. Вот так.